Приветствую всех на своем канале. У нас сейчас в разгаре сезон заготовок. Вот собрали абрикосы. Их в этом году очень много. Я уже сварила варенье, закрыла компоты. А из этих будем делать сухофрукты. Сушим мы их естественным путем на солнышке. Вот в таких вот ящичках. Разламываем на две половинки, удаляем косточку. И вот так они у нас прекрасно высыхают. Вот эти вот уже подсохли. Лето у нас очень жаркое и сухое. Дождей не бывает, даже если их обещает прогноз. Поэтому естественным путем на солнышке у нас это все быстро высыхает. Вот и вишня у нас таким образом сохнет. И яблоки вот уже подсохли. А теперь подошли абрикосы. Ранние уже давно у нас отошли, а сортов несколько, есть еще и поздние, будет их очень много. Зимой из сухофруктов мы варим компот. Компот очень вкусный, запах такой приятный. Бабушка у нас из сушеных абрикос делает пироги. Когда они высохнут, их будет, конечно, уже не так много, но все равно наших сухофруктов хватает нам, знакомым, друзьям, соседям. Если вдруг начинаются дожди, мы пользуемся тогда электрической сушилкой. Кое-что досушить нужно, когда как. А вообще больше естественным путем на солнышке.